должен был к вам на консультацию через 5 лет. Он, Сережа, это специально снял для тебя, чтобы показать, что такое самозапитка у меня получается без этого самого. Без искры, без нищу. Это по тем дростелям, что я тебе говорю. Вот она лампочка. Специально взял красного цвета, для того, чтобы видно было, что она светится. Схема простая. Вот. Всего-навсего. Это уже горело с самого утра, я подключил, до сих пор она горит на самозапитке. Но только светодиодная лампочку тянет и 1,5 ватта. Больше не тянет. Покуда. Ну, здесь на этом самом, на раскачке у меня стоит 805-й транзистор и всего один дроссель. Сильно большие потери. Но можно достичь лучшего. Чуть-чуть подкорректировал немного схему. Здесь он трансформатор, вот он. Вот дроссель красный. Ну да, микросхема, тут все такое. Это билиберда все, короче. Схему я, если захочешь, я тебе ее скину. Ну, пока я ее, вот, эта лампочка на 220. Для того, чтобы не было нюансов, что это не 220 лампочка. Только вот контакты здесь плохие, то вон оно, то горит хорошо, то плохо. Из-за того, что проводок прикрученный. Не из-за того, что провода прикручен. Вот сейчас я отключаю ее. Сейчас я оторву ее. Камера? О! И теперь вот она. У меня лампа настольная. Сейчас я ее включу. Вот. Эта лампа простая на 220. Сейчас я ее выключу. Вот так. И сюда вкручиваем ту лампу. Вот сейчас лампочка. Только накал здесь больший, потому что у меня там всего 110 вольт на выходе. А здесь включено в 220. Вот такие у меня получаются. Ну, это старый еще этот самый. Просто я сходил сегодня в гараж, нашел эту схему, эту самую платку и принес показать, что я, то, что я тебе говорил, это проверено было мною и намного раньше, чем это вылилось где-то в этом самом, в нете. Сейчас я тебе иду скину ее. Так, вот он мой первый генератор. Я его сегодня раз снимал, и это вечером решил еще раз снять, чтобы я его тогда опять подключил, лампочку, и вот она до вечера горела. Сейчас опять, ну только что, сейчас я поменял, уже патрон поставил, чтобы легче было это самое.
и откинул лишние провода, поскольку... Вот. Вот он этот генератор на самозапитке. Вот он. Ну, только он дает, конечно, не 220, а лампочка стоит у него на 220 вольт. Ну, это просто первый, что был на самозапитке, хотя многие доказывают, что такого не может быть, чтобы генератор была самозапитка. Вот он, транзистор 805 стоит. Ну, здесь выпрямитель, два конденсатора, вернее даже 4-5 конденсаторов и трансформатор. Трансформатор намотанный в термоусадке на кольцах и провод в термоусадке. Ну и на микростену у меня генератор. Ну, в общем-то, и все. Вот. Работает. Все, но нормально уже. Получается где-то так, с 8, 8 часов утра я его включил. И сейчас у нас вот часы вечера. Плохо, что на К1 не видно время. Ну ладно. Так, вот теперь я сейчас отключу лампочку. Гораздо плохо самому снимать и показывать, как она будет. Вот выключил я лампочку оттуда с патрона, и сейчас я ее выключу, лампочку с гаража тоже взял переносочку, вернее настольную лампу в гараже там валялась, я ее тоже принес. Вот сейчас включу. Вот, настольная лампа подключена вон к розетке. Вот, сейчас включаю. Вот, где-то вот так встанусь. Ай-яй-яй. А вот, говорит, на 220, вот та же самая лампочка, светодиодная. И вот опять этот генератор с самозапиткой без лампочки. Вот у него патрон пустой. Вот лампочка. Это сам, вот сам генератор. Все.